Да, Сереж. Хорошо сидеть вот так, не прячась, не скрываясь. Если хочешь знать, вообще, это моя цель. Жить, не прячась. И у меня на тебя большие надежды. Людей вокруг мало. Работать не с кем, одни кретины. Оттого и бардак в стране. Ты думаешь, тот беспредел, что по России гуляет, в нем я виноват? Или Ильдар с мухой? Хрен в стакан. Это все от той гнили, что наверху. От тех сытых и толстых пидоров, которые никогда не знали, что значит жить плохо, бедно. А я из сирот. Я знаю, что такое жизнь. Я знаю людей. Ну, ничего. Скоро придет время, и мы займем достойные места в нашем городе. Да не только в нем. Поэтому хватит тебе, Сережа, ерундой заниматься. Нам надо с тобой новую тему завернуть. Виктор Павлович, у меня два контракта на Амарет еще не до конца отработаны. А, Амарет ты можешь передавать Диме Караулу. Для этого больших мозгов не требуется. А у нас с тобой особая тема. Слушай и врубайся. Из банка А в банк С поступает платежное уведомление, поручение от знакомой нам, известнейшей чеченской фирмы «Кавказ». Смекаешь? Это тема с визовками? С ними, родными, с ними, Сереженька. Ну, вы же знаете, у меня с банками не очень получается. Ну, ладно, не скромничай. А кроме того, ты будешь делать то, что у тебя даже очень хорошо получается. А что именно? Ну, тебе надо уговорить одну очаровательную особу подписать нашу визовочку. А зачем ей самой себе срок подписывать? Да есть ей резон подписывать. Сам посуди. Без мужа, девочке 6 лет, живет в коммуналке. Домик на берегу Черного моря ей не помешает? Не помешает. Море, солнце, воздух, фрукты. А девочке-то как хорошо. И всего-навсего подпись. А потом другое имя. Новая судьба. Новая жизнь. Старые люди всегда говорили, живи и жить давай другим. В наше время, Сережа, можно украсть велосипед и все здоровье отдать в тюрьме. А можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды. Это я тебе конкретно говорю. Ну вот. Все уже своими именами называется. Ну и что ему меня стесняться? Кто я? Такой же вор, бандит и убийца, как он. Ладно, Сережа, у нас еще будет время на эту тему поговорить. А сейчас настраивайся на Банк Отечества. Я в тебя верю, сынок. Ты с собой удачу носишь.